Всем привет! Еще одна импреза у меня в ремонте. Итак, разбита морда, капот, немного крылья. Капот буду менять, крылья остаются старыми. Телевизора не найдено, уже там обрезали, его тоже будем менять. Также меняется балка бампера, бампер, фары. Итак, разобрал. Начинаю ремонтировать левый лонжерон. Правый как бы целый. Вот. Натяну и упру в залом. Итак, натягиваем и упираем в залом, чтобы весь лонжерон не шел, а только так в заломе. Естественно, чудес не бывает. Весь этот залом он не выйдет. Придется его немного отчеканить. Но прежде чем этим я займусь, придаем форму лонжерону. Так, и что у нас получается? Вот в таком состоянии он вышел. Этот залончик мне придется убрать при помощи вырезанного окошка. Вот. Тяну за низ лонжерона и домкратом упираюсь в сам залом. И таким образом я его и выкручиваю, и потихоньку выдавливаю залом. Потом молотком все это отчеканю. Также нужно приподнять чуть-чуть вверх этот заломчик. Делаю упор внизу лонжерона, чтобы не раздавило его сильно. И подстукиваю. Выбиваем через окошко то, что не вышло домкратом. И потихоньку чеканим. Итак, лонжерон отстукал, заварил окошко. Вот так он уже выглядит. Надо будет немного подшпаклевать и подкрасить. Теперь снимаю размеры, то есть мерю диагональ, чтобы была одинаковая. Примеряю балку бампера. И вот как видим, чуть-чуть не совпадают крепления. Сверху придерживаю, снизу подталкиваю. И таким образом вставляют крепления. Также после измерения выяснилось, что чуть-чуть лонжерон немного, но поднят вверх. Опускаю его вниз. Ну вот эти куски оставшегося телевизора, который уже был заменен когда-то, я удаляю и привариваю новый телевизор. Телевизор из двух частей. Нижняя часть. И затем будет верхняя. Ну что, примеряю верхнюю часть телевизора. Снимаю размеры. Размеры у меня были с небитых машин вверха. Поэтому работа шла здесь довольно-таки быстро, не надо было мучиться. Померил. Все нормально. Свариваю.
Ну вот, сварил панель, зачищаю сварочные точки. Теперь панель приварена. Замазал герметиком. И сейчас примеряю остальные части кузова. Сначала фары. Смотрю зазоры, чтобы все нормально было. И затем бампер. Ну, как бы с кузовом все готово. Отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена, собрана. И вот результат моих работ. Ну и вспомним, как выглядела машина до ремонта и после ремонта. Ну а я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться. С вами был Артур. Пока.